И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Даша. Сегодня играем в Майнкрафт, режим у нас дроппер. Даша, поздоровайся. Всем привет. Летим. Вода. Есть, я в воде. Получается, я прошел? Да. Иди следующий. А, я вижу. А как сохраниться? А, там сейфпоинт будет, или как-то так Телепорт называется. Телепорт to next level. Телепортируйся, и там будет сейфпоинт. Level 2. Так, сейчас мы найдем сейфпоинт. Set spawn safe, да, вот. Да, есть. Так, ребята, есть. Проходим, второй левел. Нам надо прицепиться к воде, как бы, на стене, которая. Да, она сбоку. Есть, я прошел, Даша. О, молодец. А мне подходят такие левелы, мне нравится. Смотри, как ты прыгаешь, а ну, пролетай ты. Это ж надо разработчик столько построил, да, не поленился, ребята, смотрите, да, классно. Ну-ну-ну, ты летишь! Есть, да. Даша прошла, молодец. Пошли дальше. Где у тебя пинг, смотри, высокий очень, а ты вылетел один раз. Ну, ничего страшного. Всё. Продолжаем. Нас там не остановит. Не с прогруженными чанками я прошла. ТП. Даша, ты готова? А, оно сужается, надо по центру лететь. Смотрите, ребята, в дырочку попасть. Эх, еще чуть-чуть. Так, нас разбега. Во, летим. Отлично, летим. В дырочку, попадаем. Я живой остался, видели? Как так может быть? И че, куда дальше? Я прошел, если... Следующий. А, здесь под водой, все, я понял. Ух ты! Смотрите, как классно сделали. Ты прошла? Сужается. Прохожу. Красиво так. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. А мы продолжаем. Сколько здесь левелов, ты не знаешь? А, написано было 25 вообще. Так, set spawn. Ну, 25? Опа. Летим. Дома, надо в машинке прыгать. А, там машинка фейковая, я думала она из воды. Она подожди, на машинку надо прям на крышу машины прыгать? Нет, там из воды машинки. Вижу, лечу. Ты летишь посередине? Ай, блин, чуть-чуть. Я мог бы долететь, я просто сам приостановился. Мне казалось, я уже долетаю. Во-во-во, прям четко, есть. И поехали. Ой, прикольно. Блин, думал пролечу. Рядышком. Полетели. Эх. А это сложный левел. Вот вода, какой, вот какой? Вода, вот а вода. Там... Есть, прогрузилась аж немножко. Это сейчас у нас уже будет шестой. Вообще легко проходить. Шестой. Ну, потому да, что только начало. Ну там в конце будет вообще хардкор. Ну до конца не знаю, пройду я или нет. Ты может в одну серию не впишусь. И... Поехали. Я готов. Даже не знаю, что будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не успел. Вода. А, облететь и за воду зацепиться. Все, я въехал. Проще простого. Левел 7. Четенько проходим. Так, хочу посмотреть, что меня там ждет. Ой-ой-ой-ой-ой. О, летим. А как? Блин, а сложно. Ой. Я через лаву пролетаю. Лава. Так, друзья, тот левел пришлось пропустить, потому что лагает, вылетает Майнкрафт, постоянно черный экран. Видишь, надо в дырочку попасть, туда смыться. Я лечу, Даша. Эх. Сложно. А, надо сесть, мне кажется. Надо с разгона. Вот так вот. Во. Сейчас. Эх, нет, даже в этот раз хуже. Я пролетел. Нет. А ну, кажется, вроде пролетаешь, да, а в конце раз так и не долетаешь. Нет, там лодочки, они убивают. Ах, ты ее перелетел. Все, я пролетела. Ура. Смотри, я лечу. Давай. Ух. Сейчас еще раз смотри. Ну, давай. Есть. Так, 9-й левел. Я уже тут знаю как. Здесь простенько все. Опа. Паутинка есть. Вот здесь не знаю, куда дальше.
А, я упал. Летим, 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 летим. Можно было в эту дырочку пролететь еще. Есть уже закрытыми Димас, глазами. Димас, во все дырочки можно лететь. Четко. Ты поняла, куда идти там? Лететь? Нет, я не поняла. Я тоже. Там вода есть. Мне кажется, может, надо воду приклеиться как-то. Есть! Да! Или нет? Куда? Try to land on the web. И дальше. Try to land on the web. Так. А, тут квартира типа пере... А, паутинка. Яблочко скушал. Есть. Попала паутинка. Эх, я живой. Красавчик, я спустился потихоньку. Может, так и надо? А как туда? Где там Димасик? Я там за воду зацепился. Потом с воды на, по окнам и вниз. Да, так и надо было. Я спустился. Смотрите, как сделано. Получается, кухня сделана на стене. Четко, аквариум. Наверное, можно было несколькими способами. Я такой выбрал. Так, я бегу на 10-й левел. Все четенько. Красавчик. Блин, ну это интересно. Интересно, это, кстати, Даша, спасибо за такой режим. Еще сколько, наверное, всего, я не знаю, интересного Майнкрафта. Можете, ребята, написать в комментариях какие-то прикольные режимы. 10-й левел. Давайте откроем, посмотрим, что там. У-ху! Летим, летим. Вот тут пролетаем. Эх. Так. А, вон водичка, вижу. Так, я не въехал. А чё, куда лететь? О, привет, Димончик. Я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, и чё дальше? Как приземлиться там, не въезжая? Я тоже ничего не вижу там. Сейчас найдем. Вот надо вот сюда пролететь. По-любому. Во-во-во! Все, я понял. Там по центру есть такое отверстие маленькое. Я пролетела, Димас. Внизу я тебя вода. Ловлю. Я ловлю тебя. Лови, 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 я лечу. Лечу, лечу, давай, лечу, давай, лечу. Давай. Есть. Словила. Неплохо, неплохо ты ловишь. Руки у тебя крепкие. Так, продолжаем, ребята. Все у нас хорошо получается. Отлично. Так. Так, ты тоже типа хочешь, чтобы... Сейчас кнопочка сработает. Она не отходит. О. Есть, это спал. Лимончик, давай. А это он ставит уже эту кнопочку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! А тут классно! Ты видела? Тут надо пролетать, да, так прям по окружностям. Не прыгай отсюда. Ой. Блин, а кто закрыл? Зачем? И... Летим, 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 летим. Давай, опа, давай, опа, давай. Опа, ой, опа! Ой, ой. Есть! У меня получилось, я, Даша, со второго раза. Тоже, с первого. А нет, со второго. Вон, вон, вон водичка. Прикольненько. Ты у меня как-то тпхаешься. Прикольный режим. Затягивает. Плохо, что Слава тормозила, так бы я тоже его прошел. И чё? Кнопочка. О! Это скелетик. Я так и не понял, что надо делать. Это скелет. Мы в скелете. Полетели. Летим. Абракадабра. Так, вот здесь вот, я не понимаю, куда дальше. Ать. Неплохо, неплохо. Халявщик, яблочки золотые кушают. Так, здесь халява не сойдет. Я вижу, где пролетать. Я вижу, летим, 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 летим. Опа, вода. Все, я понял, куда. Я сейчас пройду. Я въехал. Я прошла. А, нет. Там сложновато в конце уже. Оп. Летим, летим, летим. А, блин, у него высоко ж было. Ну, ладно, полетели. Ой, ты тоже. Давай, упал, Даша. Да? Давай, ты, я за тобой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Да! Да. Ты прошла? Да. Я нет. Я сейчас подожди туда, меня. Да. Я сейчас. Тут долго срабатывает сильно кнопка эта.
Давай, я тебя жду, Димасик. Да вот сейчас, если откроется. Ты видишь, с опозданием большим открывается сильная дверь. Так, все, я готов. Надеюсь, сейчас я пройду. Так, давай, так, я тебя опять словлю сейчас. Если лети-лети-лети. Есть. Ух, ребята, я так запереживал. Посмотри, вот возьми из сундучка что-нибудь. Так, давай. Возьми из сундука. Там зелье скорости. Зелье стремительности, стрёмности. Чуть не прочитал. Побежали. Посмотри, какой скелет стрёмный. Ого! Я только въехал, что это скелет. Да, здоровенный. ТП. А ну давай. О, ты не хочешь подняться вон туда? Не нет, долговато. Это так, знаешь, чтобы посмотреть на него, какой он шикарный. Пошли дальше. А, наверное, да-да-да. Может, потом после прохождения его рассмотрим? А, нет, это если сам хочешь. Видишь? Да-да-да, можешь просто спуститься, слева, если видишь? Ты не можешь пройти. Ух ты, смотри. Класс. Ну, там были у него в голове. Угу. Вон оттуда мы прыгали. Давай. Set spawn. Ночное зрение, скорость. Туда надо прыгать, зацепиться за лианы. Мы ж тарзаны. Давай. Ё-моё, так это сложно. Я цепляюсь. И, ребят, я лечу. О, я зацепился. Лезем вверх. Чётенько. Так, тыковка есть. Я вижу другую тыковку. Идем дальше. Давай, давай. Идем. Вот это креативность у создателя. Респект ему. Угу. Представляешь, как он долго это строил все? Да. Давай. А что ж такое? Ты полностью поднял. А, вот, Димас. Димас. Это же реально смешно. Нужно таким тупым быть. Это просто со стороны смешно было. Бах, 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 бах. Тут обойти чуть-чуть надо. Так, тыковки нашли. Дальше. Кроватки. Нужно разбиться и заново проходить эти тыковки. Смотри, можно поспать. Давай, я тебя ловлю. Давай. Есть. О, молодец. Я вижу вон дальше тыковку. Давай, давай, с паутины. Вылазь, вылазь. Какая она липучая. Наверное, большой паук делал. Мы уже до стула доходим. Давай. Смотри, Пакмен, Пакмен, Димас. Где? Вон, за стулом Пакмен. Вон. Вижу, вижу. Класс. Диванчик, книжечки, все сделал. Магнитофон стоит. Это, наверное, твоя квартира. Не, у меня не так. У меня хуже. Разбросано все. Сюда в паутину. Я упал! Как будто я не падал. ТП, и что это такое? Impossible Stairs. Получается, Димас, пошли? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока!